Узбечка. Моя любимая поэтесса Ларина Дымова. Читать то, что... читать то, что в журнале я не буду, это можно и так прочитать. И кроме того, лирику читать неохота, которая в журнале. Я прочитаю несколько то, что у нас дома называется «Дурацких стихов». Первое – ностальгическое. 100 лет назад, давным-давно, смотрела я в окно, пила вино мерлым-мерло, но это мне не помогло. Душа, в которой нету дна, была тобой полным-полна, и страсть во мне хмельным-хмельна плескалась, как волна. Но наше времечко прошло, и нет мерла, мерлы, мерло. Ну, то есть истинный облом. Мерло, мерла, мерлу, мерло. А сейчас, триптик. То есть три этапа из жизни одного человека. Первое. Седина в бороду. Он однажды шел по городу, но у самого метро седина как бы дарит в бороду, а за нею бес в ребро. Все использовал – вакцины, мази, полоскание, мед, но бессильна медицина. Так теперь он и ждет. О нем же. Вот то ли дело раньше, жизнь пела и гуляла. Однажды костелянша ему накостыляла. Однажды медсестричка дала ему по морде. Теперь его привычки и радости лишь в ворде интернете. Он там, как в речке, рыба. Грустны забавы эти, но и за них спасибо. И вот третий этап жизни. Срок годности у человека довольно быстро истекает. И наступает срок негодности. И все на это намекает. Бессонница, тоска, одышка. Подняться по ступенькам тяжко. Был годный для всего мальчишка, а стал негодный старикашка. С какой стати? И с какой же это стати на метле всю ночь летать? Лучше лягу на палате в синем бархатном халате. 3 часа на циферблате, может, хватит лопотать о мошенниках и блате, и о мизерной зарплате. И последнее. Я живу на улице Анурит, и стихотворение называется «Улица Анурит». Вы мне голову дурите, целых 2 уже часа, мол, у нас на Нурите происходят чудеса. Я бы поверила на Крите, или, может быть, в Мали, в Кюрасао, на Гаити, но на нашем Нурите, Боже, что вы наплели,
что тут может приключиться? Ну, подходят старики, кто-то станет волочиться за какой-нибудь девицей, кто-то жарит шашлыки. Вот и все. И крыть вам нечем. Все пустые словеса. Ну, а наши с вами встречи – это разве чудеса? Ну, трамвай, потом автобус. Ну, пришли, потом ушли. Вы бы взяли лучше глобус и нашли на нем Мали. Спасибо. А где этот колдунчик?